как китайцы постарались, они сделали внедорожник очень красивым, стильным и органичным. Вместе с тем напичкивали его количеством просто необъятных функций для того, чтобы водителю было максимально комфортно и удобно водить машину. С другой же стороны, они не доработали выхлопную систему, и поэтому эта машина у нас в ультравыхлоп. Ультравыхлоп! Здесь мы будем делать следующие работы. Сначала мы подберем звук. Ну, мы уже это сделали, на самом деле, с владельцем. После этого мы здесь очень аккуратно, очень грамотно и филигранно вырежем вот такие вот небольшие отверстия под насадки. И насадки органично впишем в бампер. Потому что если насадки делать под бампер, это будет колхозно и народно. Это печально. Мы сделаем все аккуратно, четко, красиво. Ультравыхлоп. Смотрите нас на всех каналах России. Решил, что нужно добавить изюминку. Вот она, изюминка. Выхлоп. Теперь можно кататься с кайфом. Все, спасибо. Удовольствие от выхлопа. Супер вообще. Я очень доволен.